Здравствуйте, здравствуйте, снова. Здравствуйте. Да, ну как сделать, чтобы он отвечал на вопросы, а? Именно как эти узнать, как это, слова эти подобрать, куда там это все пишется, непонятно. Я так и не нашел, как это делается. Я так и не понял, куда писать. Помогло? Интересно, здесь есть кофе в этой пятерочке? Кофе есть, пошли пить кофе. Ой, господи. Давайте попьем кофе. И за вкус на любовь. Сейчас опять еще что, интернет упадет, поэтому, ну, сори. Да и похуй, падает и падает. Да. Я все равно за онлайном не бегу, мне фолловеры так много не надо. Я в своем болоте стремлю. Так что забейте, даже если онлайн будет падать, можете не писать. Вот онлайн упал, Ваня. Что надо сделать? Да ничего не надо сделать, похуй вообще, парни, забейте, случились. Я стримлю для, вообще просто для кайфа. Мне похуй на онлайн, на все остальное. Сейчас будем клип классный смотреть. Кофе. На втором. Ой, имба, брат. Хорошая работа тебе, дорогой. Хорошая работа, братишка. Спасибо, что со мной. Приятно. Хэппи-хэппи-хэппи. Здравствуйте, дядя Вова. Что-то какие-то вкуснятины странные. Это все какое-то не такое. Цена непонятна. Я не могу. Давай. Еще и синяя. Пакет не надо?
Да, нет, не надо. Нет, надо. Юль, возьми. Кого? Сигареты давай, Вова. А, ну надо было отразить? Конечно. Олег, это не подарок. Вот они один присадят. Карта Зина нужна. А что там по карте? А там что-то чай, есть. Чай по карте Зина. А, и этот сникерс. Да, и сникерс. Чай, да, чай. Давай, поменьше. Сумму уменьшим. Сколько? На 13 рублей? На 13 рублей? Нет, там нормально. Здравствуйте, пробейте, сколько? И карта, и чтобы сколько выйдет. Так, что мне пробивать, кофе? Мне понять, сколько стоит, просто не написано, мне по понять. По карте магазина? А, 64, все, давайте, uh-huh. Супер. А кофе? И кофе, американо большой. Ага, американо. Пока без карты магазина ничего не делаю. Uh-huh. Так, большой американо. 50 рублей, да? Карта магазина. Угу, угу, угу. Пока я ее не веду, не пробую, ничего не сделаю. Спасибо. Она мне ничего не делает. Хорошего дня. Да, хорошо. Вот ебал эти конченые пятерочки. На кассах, блять. Под залупы работают, ебаные, по полгода, блядь, отдают заказы. Ой, заказы даже, блядь, обслужить не могут быстро, блядь. Ждешь, что стоишь, как уебан конченый, блядь. Ебаный, блядь, одну кофе ждешь, как придурок, блядь, пятерочки магниты конченые, медленные. У тебя время капает, блядь, а ты, блядь, сука, стоишь, блядь, в очереди, в ебаный рот, ее ебал эту очередь. Нормально, блядь, вот, ну, сделайте в эти ебаные кассы самообслуживания, блядь. Ебал, это связь уебищная в Ростове. Сука, кофе попью уже, блядь, заебался нахуй. Все, опоздал, блядь. Ой. Народ ебал эту связь выблетков ебаных, кто, блядь, делает в Ростове интернет конченые. Не могут, блядь, платишь их деньги постоянно и нихуя не получаешь. Фу, нахуй. Попью хоть по-человечески. А, ура, блядь. И клип какой-нибудь посмотрим сейчас пиздатый. Давайте что-нибудь пиздатое посмотрим. Ветер ебаный, блядь. Дайте я посижу спокойно. Много три прошу, что ли? Ебаный ветер. Ой, горячий, сука. Да, ветер должен дуть обязательно. Просто падаль конченая погода. Ну какой ветер, какой нахуй ураган, как он затрахал, сука. Сядешь тут ураган, сядешь там ураган, блядь. Заедешь туда ураган. Потом резко будет просто 40 градусов, печь.
Потом резко, блядь, опять к сентябрю дождливая погода уебанская, еще что-нибудь нахуй. Пиздец, блядь. Дайте спокойно пожить уже, ебаный рот. Днем жара, с утра холод. Ночью опять жара, холод, опять замерзать как тварь. Да я не удержался, надо высказаться было, сори. Все, похуй, хоть расслаблюсь, я уже не могу, блядь. Ура! Ваня, зайди в подъезд. Да какой подъезд? Тут подъездов рядом нет. О! Для тебя риск, это все не тебе. О! Это когда мне приходит, ну, это, перекресток на час. Я вот эту песню, это я тупо. Да реально сдувает. Твое состояние, да, когда приходишь в ту вкусную точку, она полная. Нужны баллы канала внизу Ветром на Мальдивские острова. Это про меня. Зачем он это смотрит? Здорово. Вот это я понимаю.
Собака воняет, подчеркивание, мило, сад, исключаем, Митина не даст в лишнюю. Я в Ростове. Это мягкая расслабление. Да хоть расслабился, ура. А то ж невозможно работать. Это невозможно. Весь был напряжен, хоть расслабился. Хоть расслабился, слава тебе, Господи. В Ростове. Ну, это по классике. Майбокс. Майбокс. Это роллы. Не, у меня такого нету. Да не, потом есть. Спасибо. Зачем? У меня нет багажника. Это не багажник. Не, не надо. Сумку бесплатно дают. Наконец-таки. Как же хорошо. В описании в ТГ зайди и почитай отчеты. Божественно. В ТГ, если что, все есть, и в описании все есть. Читайте внимательно, не стесняйтесь. Камикаха 350 тысяч, наверное. 5 лет работы доставки. Сейчас зрители напрягаются, одни и те же вопросы начинаются. Стоны жесткие. Так, а это перерыв как раз. И у вас был перерыв, у меня был перерыв. А у меня 480 заказ. Да. Да? О, хорошо. Спасибо, чеки, хорошего дня. Ссылку Тамакуя, Азамат 799, Оушен, Мистер Ворон, 666. Да, блин, таксистов 20 уже, наверное, на твиче русскоязычном стримят, если не больше. Наверное, больше даже. Ты что, сейчас одни таксисты стримят. Скоро одни курьеры и таксисты будут заполнять твич. Я вам отвечаю, парни. Клепайте. Опять вот очко заказали. Мне не пофигу, куда ехать. Мне вообще по барабану, куда ехать. Тогда едем, да? Ну, конечно. У меня как будто бы выбор есть. Нет, у меня его нету. Крановщик. Замат, ты таксист, крановщик? Ну да. Да, вот я про него и говорю. Прикали вот эти конусы, захотелось их подубать.
прям сразу какое-то расслабление, да, идет? Чувствуете? С чем это связано? С нами? Непонятно. Писюн, наверное, напоминает. Не, клипы не открывал. И донаты тоже. Сори. Сори, сегодня без клипов и донатов. Стыдно, очень стыдно. Если бы я знал, что это такое. Но я не знаю, что это такое. Его уже ищут, этого курьера. А, если без рофлов? Ну подожди, по моей ссылке, если регаешься по рефералке, естественно, тебе сумку бесплатно. Да почему вы не читаете описание канала? Там же написано, что термокору получаешь в офисе и погнал. Вот вы невнимательны, если серьезно. А если серьезно, в описании все есть. Если серьезно, парни, задавайте уникальные вопросы, не задавайте однотипные вопросы. Дорогие мои, умоляю вас. Я все подробно пишу в описании. С 18. Тоже в описании есть этот вопрос, 18 лет, кстати. 16, если будет, я сообщу, не переживайте. И наберем всех-всех-всех моих зрителей к нам. А зачем тебе, а зачем мне донаты? Ну, сам подумай, для чего они мне? Ну, я зарабатываю деньги. Ну, я похож на нуждающегося или что? Не похож, поэтому и выключил. Нет, так не надо, вот и зрители этого не слушай. Этого зрителю сейчас бан просто дадут. А так нельзя делать, только с 18. Кто ты написал? Давай его забаним сразу, наверное. Ладно. Ростов-на-Дону. Это Ростов. Клипы можно делать? А я думал, нельзя, наоборот, я выключил их. Нельзя такое, не советую хуйню всякую, брат, а то я тебе мут дам. Нельзя такое в чат писать. Зачем ты детям советуешь хуету? Чтобы они через родителей устраивались. Зачем ты такое написал? На будущее я за это буду банить, но это очень неправильно. Вообще такое нельзя писать. Что это такое вообще за непорядок? Некрасиво ты поступаешь, нельзя так. Он устроится, а потом и родителей за это, и его за это, понимаешь? И дай бог еще лишат родительских прав. Да ничего не происходит, все нормально. Сразу в Яндекс.Лавку устроился, и сразу меня видишь. Это, походу, алгоритмы по полной программе отрабатывают, да. Ку-ку-ку. Какая полоска? А... Я ее и не вывел. Да, спасибо, что сказал. Я забыл вывести ее. Все, сори. Спасибо. А я что-то это, просто не увидел, что я забыл вывести. Я не читаю. У меня озвучка чата в описании канала, есть ответы на вопросы. Ознакомьтесь, пожалуйста. Я завтра сокращенный день. В среду сокращенный день и в остальные дни. Я работаю постоянно, но стараюсь работать. Если выходной, то просто полдня. Очко заказали. Знаю, не, можешь не за меня не переживать. Везде заказов много. Если ты курьер, для тебя всегда будут заказы. Зачем мне бибикать? Раз сорты? Ну и что? Ну стертые и стертые. По барабану. Не пальцы. Это Ростов.
Она не уебанская, но можно, да. Можно, конечно. Можешь своей работать. Тебе никто не запретит, брат. Привет. У меня небольшой онлайн, это накрутил мой хейтер. Да, мне в голос из не озвучивает. А, это на самом деле 40 онлайн, это просто опять хейтер прикалывается. Братан, я никуда не поднялся, был как на дне, так и остался, забей. Зачисься. Поэтому можешь, в принципе, дальше не приходить. Забей, я еще не популярный. Так, ну мы приехали, сейчас посмотрю, какой подъезд. А то многие приходят, думают, что у меня онлайн поднялся. Не заходили ко мне 2 года. Парни, зачитесь, у меня просто реально так же все. Ничего, да, это из-за хейтера. У меня на самом деле онлайн максимум 50, у меня больше не бывает. Это все из-за хейтера. Просто мне начинают писать, молодец, молодец. Нет, не молодец. Да всегда больше заказов. Алло, я же сказал, в Яндекс.Еде всегда много заказов. Не слушайте меня. Изворотливым. Здравствуйте. Приятного аппетита и хорошего настроения. До свидания. Ну хоть онлайн не кричит, не кричит, не летит, слава богу. А что еще? Братанчики, зачильтесь, смотрите трансляцию, хватит советы всякие давать. Зачильтесь. Как не зайдут, все какие-то советы, а то это, так это. Ну вот будьте курьером работать, ездите как хотите, вам никто не запрещает. Зачильтесь, вот наконец-таки хоть это. Онлайн потупало, потому что вообще отвечать невозможно, в чате что летит, твои сообщения летят. Почему онлайн? Потому что они чат не читают. А я их за это не уважаю, а теперь понимаю, что походу это очень тяжело, надо либо задержку огромную ставить, либо я не знаю, как успевать отвечать каждому, это пиздец полный. Это просто жесть. Просто жесть. Ой, интернет полное говно в Ростове, постоянно падает стрим. Тут где-то тоже должен упасть, по идее. А нет, не падает нормально. Обычно падает. У нас главное здесь? Да, прикол, правда главное. А как так-то? Какая дорога кончена в Ростове иногда? Местами особенно. Кому в жизни ничего не надо? Хорошо, как скажешь. О нет, мы не успели. Подожди, там красный горит, а люди все равно на переходе едут. Это как? Что за прикол?
О, паровозик посмотрим, ура! С кайфом. У меня не соберется столько. Во-первых, во-вторых, у меня никакой цели нет зарабатывать со зрителей. Зачем оно мне надо? Я зарабатываю сам деньги, могу себе все позволить и не нуждаюсь в поддержке. Моя самая большая поддержка — это то, что вы на трансляции находитесь, остальное мне не важно. Работаю круглый год. А донаты я не буду включать, ПДД соблюдаю. Спасибо, Витя, что это переживаешь, не переживай. Все хорошо, соблюдаю ПДД. Да, паровоз вам хотел показать. Где паровоз-то? Ну вот, собрали, и достаточно. Больше я ничего просить не буду. Я не нуждаюсь, слава богу. Больше так никогда в жизни не сделаю. Сам всего добьюсь. О, паровозик едет. Гляньте, какой красивый. Малыш какой. Большой. Красавец. Ух. Вау. Не пойму, откуда едет. Не вижу. Боже упаси, не занимаюсь. Поезд? Не знаю, не успел увидеть куда. К сожалению, не обратил внимания. Мне махало, этому проводнику, этому охраннику махал. У меня средняя курьерская, да. Видно, все видно, не переживай, я все вижу. Зеркала неудобные, вибрации сильные, все равно мне ничего не видно. Они мешают только. Я уже ездил, пытался с зеркалами ездить. Когда на мопеде ездил, там зеркал без зеркал невозможно. А это ж велик, тут проще все. Намного проще. Ставки — это все скам. Это то же самое казино. Двухэтажный у нас есть. В день получаю 5-7 тысяч. Это 5-7 тысяч. Это Ростов, брат. Конечно. Все это хуйня, пацаны. За 12, да, все верно. Кем пойду? Барбером? Что за глупости? А там что, 100-150 платят, что ли? Барбер? Господи, не, братан, спасибо. Я сам себе тут режиссер, катаюсь. Осуществил свою мечту, стал стримером. Работаю, деньги зарабатываю. Зрители приглашаю на работу, деньги им плачу за это. Какой мне смысл идти куда-то учиться? Я уже отучился. Я 2 года отучился, у меня получилась средняя курьерская, потом 4 года отработал, уже высшая курьерская. Сейчас 6-й год работаю на бакалавра высшей степени курьерского мастерства. Зачем мне куда-то идти? Я амбассадор Яндекс.Еды. У меня есть медали за отвагу в Яндекс.Еде. 60-70? Так у меня 150 выходит, 100-150 в Яндекс.Еде. Зачем мне идти барбером, когда у меня бакалавриат будет курьера? Какой смысл мне кого-то там стричь, если я могу стричь капусту в Яндекс.Еде, доить дойную корову мизинчиками аккуратно за сосочки прям в ротик себе по самой гланды заливать молочко. Какой мне смысл куда-то идти, брат? Я тут как два... Я заполучаю за месяц как два барбера. О чем речь, Карлы? Я в ТГ выложу конец, когда май закончится, я в ТГ выложу отчет, сколько я за месяц поднял. Чтобы у всех, кто писал мне...
ой, Ваня, ты лох, зарабатываешь копейки. Я типа заходит в залетный, чтобы у всех что-то с лицом произошло. Чтобы увидели, сколько можно в доставке получать даже летом, даже весной. И вот это, чтобы вопросы отпали. А то какие-то советчики приходят в чат. Ребят, ваши советы прекрасны, но я их не буду исполнять, потому что я вам порекомендую лучше ко мне устроиться. Будет намного больше заработок. Лучше ко мне устраивайтесь, ребятушки. С самокатом? В самокате всего 250 в час, вообще ни о чем. И донаты я не принимаю, зачем? Я зарабатываю достаточно. Я могу себе все позволить. Зачем я буду донаты включать? Я стримлю для души. Нету? Почему у меня нет 150к? Будет 150к? Я попробую добить 150к в этом месяце. Ты не веришь в мои силы? Я тебе покажу. Я постараюсь 150 тысяч сделать. Я не без выходных. Отчеты я делаю каждый день в ТГ. Можете зайти в ТГ. 30 дней по 12 я не работаю. Я не работаю столько. Карло, зайдите в мой ТГ в отчеты. Хватит писать то, чего нет. Я не люблю людей, которые пишут неправду в чат. Это неправильно. А что ты в МАК не устроишься, да, получать 200 рублей в час и слушать, как менеджер тебе говорит, что ты лох, вытирай то, вытирай это. Тут я кайфую, катаюсь, зарабатываю побольше, чем джуниоры в IT. Еще и стримлю, еще и могу город изучать и вообще делаю, что мне вздумается в голову. Резко могу остановиться вот так на работе. Но вы на какой работе вот так сделаете? Вот как вы на какой работе вот так сделаете, Карлы? А? Что с лицом? А? Что с лицом? Что с лицом? Телефон упал, но это нормально. Я к тому, что... На какой работе вы так сделаете резко? Остановитесь и будете делать, что захотите. Карлы, скажите, пожалуйста. Найдите мне, покажите мне такую работу. Вот покажите мне такую работу со соткой в месяц. Вот, вот и что с лицом? Работники, да, телефон уронил. Да подобрал. Да, на любой работе, ну хорошо. Долго я подел, но я могу сейчас стримить. Ты на любой работе постримишь. А зачем мне от родителей съезжать? Я люблю своих родителей. Вот, я не навязываю, да, кстати, я ничего не навязываю. Xiaomi не уронил и не взорвался. Него не отнимут, не переживай. Если отнимут одно, то примут другое. Сегодня до 12, ой, до 9. Да не упало, успокойтесь, я уже давным все поднял. Успокойтесь, Карлы, я уже все поднял. Чего вы переживаете, пацаны? Телефон выпал. Здорово. Здорово. Хорошего дня. Я в Ростове. Здравствуйте. А подскажите, а по заказу к вам обратиться можно? 900 рублей, код 61. О, как у нас регион. Это знак, я считаю. Да, да. Я могу показать даже, просто чтобы вы не думали, что это типа я ворую. Спасибо. Хорошего дня. Так, все, полетели. Опа, вопрос только куда? Вот это непонятно. А, о, вижу. Почему целый день? Я не целый день работаю, неправда. Я работаю, когда мне хочется, в кайф. Зачем мне в целый день работать? Я могу за полдня делать 4-5 тысяч и отдыхать. Если я 4 в день умножаем на... Допустим, каждый день работать по 7 часов. Развожу. Сейчас, подожди, сейчас я покажу тебе. Сейчас, развожу, подожди. Сейчас. Ой, а вас подвести? Вы торопитесь? Женщина, вас подвести? Вы торопитесь? Не? А, все нормально. Хорошо. Брат, по поводу развожу. По поводу развожу. Сейчас.
сейчас. Так, это мои отчеты, поехали. Вознаграждение. Вот я, вот, допустим, я работал 23 мая. 13 часов. 7600. 12 часов. 5500. 12 часов. 5900. Выходной. 2500. 13 часов. Бля, где? 6700. Выходной. 2400. 12 часов. 12 чем-то. 6600. 12 часов. 6300. 12 часов. 6700. Да зайдите в ТГ. Чё я должен отчитываться? Чё я вообще должен отчитываться? В ТГ всё есть. Клиенты, он всё по тарифу оплачивает. Не, мне ничего не нужно. В описании есть тариф, там на всё написано. Я за ревки получаю, дай бог, 4-5 тысяч в месяц. За тех, кто... Брат, месяц я не могу показать. Там нету кнопки месяц ТГ в описании. Я не могу за месяц показать. Какой процент? 6% самозанятого налога я плачу, да. Карлы, карлы, в описании все есть. Выходные есть, выходные. Я... Ой, ладно, все, короче. Ревки пиарить? В смысле, зачем? Потому что ревки огромные. В смысле, зачем? Я деньгу получаю, ты деньгу получаешь. Мне потом зрители, которых я устроил, пишут: Ваня, красавчик, спасибо тебе за хорошую работу. Ваня, молодец, продолжай в том же духе. Потому что это самоотдача. Потому что я кайфую от того, что я работаю в кайф, работаю, денежку получаю. Я стримлю это, я мечту осуществил. Мечта моя работа, я вам рекомендую это. А вы со мной работаете, парни, карлы. Да потому что я получаю, и вы получаете, карлы. Раз в месяц налог платим. Аренда байка — это мой байк. Как... Ой, бля, ну нахуй, все, пизду. Ладно, что я доказываю кому-то что-то? У меня в ТГ все есть, это пиздец. А как мне реагировать? Я на каждому... Я каждому реагирую. 60 тысяч. Ну вот, пожалуйста, на контент. 6 тысяч налога, да. Небось идут лесом. Может, они не могут понять, а я им количество налога... Ой. 300 рублей в месяц за электричество выходит. На машине, конечно, выгоднее. Там тариф больше. Там тариф больше. Самозанятость, да. Да, налоговый счет в моем налогоприложении. Все правильно, все правильно. Ребят, я выложу в конце месяца. Подпишитесь на ТГ. Все, кто не верит, верит. Я все отчеты подробные выложу в ТГ. Пожалуйста, подпишитесь на мой ТГ. В описании написано. Я почему не закрепляю ничего в чате, не заморачиваюсь на экране, не пишу кучу информации ненужной. Да чтобы стрим попроще был. А в описании куча всего есть. Поэтому лучше вы пройдите в описание и совсем ознакомьтесь. Я же для вас старался, Карла. Пожалуйста, не стесняйтесь. Стараюсь, все делаю. Чат летит, пиздец, я сам в шоке. Машину покупать, это очень невыгодно. Курьер за месяц получает, у меня в отчете есть. В ТГ в отчете есть, посмотри. Карл — это тем, кто однотипные вопросы задает. Я могу больше заработать, да, по 200 тысяч могу. По ИП нельзя работать, к сожалению. Пиво пить нельзя, блокировка 5 тысяч, штраф. Да постоянные зрители, как и я, охуевают от одних тех же вопросов, что я постоянно одно и то же говорю. Ку-ку-ку-ку. Читайте ответы на вопросы в описании, парни. Ну, такое не надо писать в чат. Что-то глупости в чат не надо писать. Кто молчать будет? Не буду я молчать, я отвечаю каждому. Все правильно? Зачем же молчать? Нет. Почитай описание, да и все. Я уже привез заказ, да. Модераторы не нужны, я модератор. Машина невыгодна, к сожалению, не так выгодно. Не дам тебе ничего. Как это, зачем тебе мадерка? Я для чего тут, думаешь? Я модератор.
Блин, какие подъезды тут красивые, мне нравятся. Так красиво нарисованы прям. Сейчас вам покажу подъезд. Третьим глазом, да? Твой дом справа, кайф, брат, кайф. Да нормальные вопросы, просто описание бы читали, было бы все понятно. Описание не читают, и такая фигня поэтому происходит, понимаешь? Я не знаю, почему люди описание канала не читают. Есть тут интернет? Сапки за... Нет, мне сапки не нужны, я деньги за это не получу. И вообще, в принципе, у меня и донаты отключены, и не вздумайте еще и подписываться, потому что эти деньги все равно никогда не вывести. Ну, раз полчаса задавал, да, ну не каждую минуту вопросы, это жесть, вообще жесть, конечно, ой. Так, куда нам надо? Так, ладно, сейчас. О! Сейчас, секунду. Так, если у меня рефералы в чате, напишите мне, напомните посмотреть вашу инфу по ревкам, чтоб я вам написал. Если вы тут... В Москве не намного больше выходит. В Москве я слишком... в этом... Че говорил? Пиздец, я не успеваю вам отвечать. Блокируется, он не поедет. Держи, кушай. Приятного аппетита. Я раньше получал в 3 раза меньше. Поэтому, паук. Братан, зачилься. По поводу ипотеки, зачилься. 10, я 3500 за 3500 покупал, сейчас 10 тысяч такая стоит. Да, нормальные челы в чате, просто одно и то же задают зачем-то. А по поводу Пауканович вообще какой-то смешной. Ипотеку, блядь, пиздец. Он думает, что у меня постоянно такие заработки, видимо, были. Братан, зачилься. Зачилься, раньше таких заработков не было. А где лифт? Здравствуйте. Приятного аппетита и прекрасного дня. Спасибо. До свидания. А сейчас разбаню, ладно. Сейчас разбаню. Все, разбанил. На час мог дал только лишь. Нет, Яндекс мне не платит. Если бы Яндекс мне платил, тогда я бы столько не работал. Яндекс за рефералов платит, да, все правильно. Да, в принципе, ты устроишься. Вот я сейчас покажу, просто многие думают, что за херня, типа ты проект. Да ничего не с доходами, я же сказал, плюс-минус, как у нас в Ростове. Вот так это в Ростове, вот как это выглядит. Вот, видишь, я приглашаю кого-нибудь в Ростове или где-то еще. Я примерно до стольки получаю. Ну, плюс-минус. О, малыш. Да нормально, он просто будущий курьер растет. Хе-хе-хе. Проект. Саша тоже хочет велик. Саша будущий курьер. Саша знает, чем будет заниматься уже. Да, мне сложно, конечно, таким онлайном отвечать вам. Иногда вы прям закидываете меня вопросами. А иногда вообще молчит чат. Ну, короче, необычно. В чем выгода? Подожди, да ты не понял. Я не рублю эти деньги. Вы описание ни хера вообще не читаете. Я половину отдаю тебе. Я приглашаю, половину отдаю. Вы ничего не получаете. Я вам просто отдаю, потому что половину. Вот где выгода ваша.
Как вы не понимаете, что я бабки плачу, пиздец, блядь. Люди, либо вы ничего... нахуй, сейчас приду. Так, $18. Мне кажется, что люди вообще не читают. Так он тебе и платит, блядь. Я тебе плачу, ну ё-моё. Алло, как вы... Вы вообще меня не слушаете, вообще чат не читаете. Да это не популярность, просто слишком много сообщений. Я не успеваю обрабатывать их, понимаешь? Вот в чем проблема. Я плачу, я, парни, Карлы, я. В описании же все подробно пишу вам. Я половину даю знак уважения, да. Знак уважения. Модераторов курьеров набирай. Да я спокоен. Это ботов кто-то мне крутит. На самом деле там 30 онлайна, не больше. В смысле гарантии нету, блядь. Ты гонишь, что ли? Я сколько стримлю. Ну хорошо, вот тебе гарантия. Сейчас дам. Рефералка и для машин, да, там большая оплата на машинах. Достижение. Главный помощник. Ну давай работай, что не так. Главный помощник, потому что я... Донатов нет, потому что они не нужны. Я вот рассказываю курьерам, как работать, помогаю. Вот, видите. 30 онлайн. Вот, видишь, помощник курьерам. Да какой проект я? Успокойся. Какой я проект? Да ты. Я, ты, он, она, вместе дружная семья. Я проект по уменьшению безработицы. Мне моя работа очень нравится. Но я бы не работал 5 лет доставки. Альфа-курьер. Зачем свою доставку? Яндекс – это амбассадор, самая лучшая тема. Особенно про город вопросы, да. Да, большая проблема в онлайне только в том, что я просто не успеваю вам ответить. Вам, вас настолько много. Проект, а кстати, по факту, если бы у меня была реклама, я максимум бы 4 часа стримил бы, не более. Я бы зачаился. Проекты не работают столько. Программирование? Не, у меня высшая курьерская, бакалавриат. Мне IT не нужно. Так я зарабатываю со стримов. Я приглашаю кого-нибудь и ревку поделю пополам. И получаю чуть-чуть рефочки, и зритель мой чуть-чуть рефочки. Я плачу зрителям. Я не принимаю донаты, я наоборот вам деньги даю. Потому что вы работаете со мной, вы мои коллеги. У меня рекламу. В описании есть ссылка на мою почту. Напиши мне на почту, мы обсудим. Если хочешь, будем сотрудничать. Пишите на почту, если кому-то нужна. Ебать, он полетел. Да как, так же и работает, просто посложнее, да и все. В дождь я поэтому не выхожу, да. Да не будет в 5 раз больше. Не знаю, 2 минуты задержку, наверное, поставлю. Это жесть. Сервисы намного больше платят, по факту. Цель? 150-200 тысяч в месяц на Яндекс.Еде. Ну, я поэтому и работаю до талого, потому что много платят, да. Сумки были где, не обратил внимания. Не, я живу в доме в обычном старом. Так у меня озвучка, чем мне аккуратно быть? А зачем донаты? Мне не нужны донаты. Поэтому я их не включаю. А потому что пиздец, еще и вам отвечать, еще и за донатами следить. Вы с ума сошли? С этим онлайном нереально это делать. И отвечать каждому, еще и донаты модерировать. Нахер оно мне надо? Да и мои донаты мне не нужны, в принципе, априори. По тротуарам. Твой? Хорошо. Твой как твой. Здорово, братанчик. Здорово. Хорошего дня. Да, чуть-чуть снимаю, балуюсь. Прикольно. Надо спросить, может. Здравствуйте. А подскажите, 750? Да. Да? О, ништяк. Спасибо большое. Пожалуйста. Хорошего дня. 765. Все, брат. Хорошего тебе дня и побольше заказов. Удачи. А? Канал Ваня Меладзе, брат. Можешь на ютубе вбить. Ваня Меладзе. А ты смотришь курьеров вообще? Нет.
Ванна. Я ж сам работаю, брат. Если я еще курьера буду смотреть, я чокнусь. Ну, я так подрабатываю. Ну, правильно, молодец, правильно. Хорошая работа я тебе. Давай, удачи. Удачи. Шаурма-маркет. Так, погнали. О, здорово. Ладно, сегодня ветер сильный очень. Ух, песики какие красивые побежали. Онлайн-курс IT? Не, это мне не надо 100 лет. Привет, брат. Я амбассадор Яндекс.Еды. Зачем оно мне надо, вот это IT, парни? Одни курьеры, конечно, Паша, платят много. Я в Ростов... Правда, странно, да? Так, надо срочно это... Хомяков потыкать, я забыл про хомяков. Ё-моё. Пока красный горит, давайте по-бырому хомяков потапаем. Сколько там уже у меня? Блин, быстрее, а то сейчас дым загорит, скорее. О, скурапну уже, 8500 уже. Чуть-чуть дап осталось. 460 в час. Вот это я понимаю, километров. Что в среднем? В ТГ, смотри в отчетах, всё. Ох, я прокачался, уже 460 в час. Я так миллионером стану. Кроты, хомяки, да. У меня ноткоины, катизены, блюм, хомяки. Что-то еще. Пиздец, я везде влетаю. Со всех двух ног. Во все темы с двух ног влетаю. Все успеваю. Хомяки, крутые хомяки. Не, донаты я тыкать не буду, сори. Донаты мне не нужны. У меня криптомиллионер, зачем мне донаты? Сегодня 1.9 на 12 часов. Да я сейчас прямо отвечу, не вопрос, брат. Айсберг? Не знаю, что это такое. Напиши в ТГ. В ЛС я почитаю. Катизен? Я только недавно в Катизен начал. Привет. Левел кота? Не, я в котов только недавно начал, правда. Блин, не, брат, я, сори, такую рекламу не приму, это, ну, ты, я, если вкратце, то это просто не пойдет, у тебя не будет никакого профита, понимаешь? Поэтому нет смысла, брат. Я, в принципе, не против любой рекламы, но я просто понимаю, что коты, да обычные коты, отстаньте. Катизен, вбейте в бота, в ТГ, да и все. Я объясню почему. Потому что у тебя не будет от меня прихода зрителей. Как это слово называется? Ну, короче, нет смысла такое рекламировать, брат. Не обессудь. Не обессудь. Я просто сразу тебе говорю, чтобы ты потом... Ну, а то я деньги с тебя возьму, понимаешь, а у тебя обхвата не будет, и зачем оно тебе надо? Ну, и минус деньги. Я, короче, просто сразу тебе говорю, чтобы ты деньги не тратил без толку. Сори. Сори, брат. Но ты не обессудь. Я-то, конечно, за любую рекламу, типа, что, от денег отказываться, но я же понимаю, что не вариант. Это Мечниково, едем в сторону зоопарка, на зоологическую. Не придет, брат. Ну, хороший, базару ноль, но, к сожалению, брат, сори. Это Ростов. Двадцать-двадцать пять км в час. Да не включу я донаты, отстань. Зачем мне донаты? Ну ты видишь, я работаю, деньги зарабатываю. Зачем мне еще донаты? Я что, попрошайка какой-то или кто? Или у меня проблемы какие-то, я не нуждающийся или что, я не могу с дома выйти. Ну ладно, если бы я нуждающимся был, не мог бы работать, был бы, допустим, в кресле бы сидел, играл бы в игры. Ладно, тогда понятно. Ну я же, блядь, ебать, я ебашу как проклятый. Зачем мне донаты? Коты, катизен. Какой репорт? Осуждаю. 200-300 гигов интернета со стримами. Донаты неинтересно. Вы приходите? Приходите? Да я не читаю чат, у меня озвучка. Блять, что происходит?
Блять, угомонитесь! Пиздец! Да кто это не спам? Я не успеваю! Спасибо, брат, спасибо, приятно. Спасибо, спасибо. Кто это? Зачем ты пасту закинул? Пиздец, я думал, это реально столько вопросов. Я чуть сейчас у меня голова не взорвалась. Да не, ну по факту же, зачем мне донаты? Ну и давайте уже вкратце. Вот, допустим, я на аппарат еду. Меня зрители поддержали, я донат гол собрал. Купил аппарат. Ой, оплатил кредит. Все, хватит. У меня есть аппарат для работы. У меня есть аппарат для работы, меня зрители поддерживали. Все, для этого достаточно. Зачем же я буду просить дальше донатики, если я, по сути, красавчик, уже зарабатываю? Поэтому нет. Кого за full price? Почему ты там пишешь это? Такое 60 тысяч стоит. Ростов это. О, с завода, красава, брат, отдыхай, хорошего отдыха. Под пивом не понимаешь, но это плохо. Главное, что в трусиках. Снимай трусики, брат. Снимай в GTA 5 RP. 60... Что 65? А, 65, да. Так я читаю чат, в том-то и прикол. В том-то и прикол, что мне донаты не нужны. А я не знаю, как там озвучку ускорить, кстати. Непонятно. Ай, не тот заказ отдали. Ну, обидно, да, обидно. Я кредит брал, да. А брал кредит, потому что мне не на чем было работать, да. Все правильно. На обслуживание рублей 100-300 в месяц где-то, не больше. Хочешь прикол? Ну, конечно, у меня... Бля... Я не успеваю. Нет, я не думаю, что я другим стану, потому что просто... Не уберу, сори. Так, я не пойму, какой онлайн? А, вон, дай, ну... Пиздец, сообщения летят. Вроде онлайн небольшой. А на вообще-то нет, большой. 5572... Охереть. Как вам... Я в ахуе. Ну, естественно, буду так же работать. А что изменится? Бля, давайте я вам отвечу раз и навсегда по поводу... Чтобы больше не задавали вопросы по поводу донатов. И онлайна. Будет ли так же что-то изменится? Запомните раз и навсегда. Самое главное, что у нас есть в жизни, это наше время. Наша человеческая жизнь. Вот она, не короткая, небольшая. Все мы рано или поздно умрем, к сожалению. Запомните, самое главное, что вы тратите сейчас на этом канале и на любом стриме другого стримера, ваше время. Самый ценный ресурс. Зачем мне донаты, если вы меня смотрите? Ну ебать, вы только вдумайтесь. 572 человека в данную секунду смотрят меня. Это вы тратите свою жизнь на меня. Вы представьте, какой-то заряд энергии. Вы думаетесь, я сейчас еду в Ростове, вот сам с собой общаюсь, люди другие вокруг подумают, к примеру. Ну ебать, нас со мной вместе 573 человека. Ну у меня тут написано онлайн такой, там понятно, может быть онлайн. Я к чему говорю? К тому, что запомните. Самый ваш большой донат – это то, что вы находитесь на стриме. Поэтому спасибо. Хватит спрашивать про донат. Про онлайн просто задержку больше поставлю. Онлайн никак человека не меняется. Как я поменяюсь, если увижу, что у меня было вчера 3 онлайна, сегодня 500? Да ничего не поменялось в моей жизни. Я также работаю, зарабатываю деньги, с каждым общаюсь. Ну, ебать, конечно, сложно с каждым общаться. Я сейчас, кстати, выключу наушники, потому что я не смог бы вам ответить так быстро. Что изменится от онлайна? Ничего, я такой же обычный курьер. Ты на улице увидишь курьера, вон, допустим, курьер проехал, ну, я образно. Он такой же, как и я. Чего поменялось? Он также деньги зарабатывает. Запомни самое главное. Наша жизнь маленькая, короткая, кайфуйте, смотрите того, кто вам нравится, и хватит про донаты спрашивать, ебаный насос, и про онлайн тоже. И не пишите, какой у меня онлайн, я и так это могу сам посмотреть, это не обязательно. И многие стримеры не любят, когда им пишут, какой у них онлайн, потому что это может их дезморализовать. Кто-то видит маленький онлайн, думает, бля, у меня ничего не получается, понимаешь? Не пишите людям, какой у них онлайн, это может дезморализовать сильно. Поехали дальше. Все, я включаю обратно озвучку. Все, зачильтесь, хватит вы про эти донаты уже писать, ебаный рот. Сори за мат, зачем я замочкнулся, не знаю сейчас. Так, возвращаю озвучку.
Это балаклава от ветра. Город Ростов. Кэшбэк, ну вот если по ревке устроишься, я тебе денег дам. Нам налево, кстати, каким-то образом надо повернуть. Здесь тут собак нет. Ой, бля. С донатами все плохо. Господи, как сюда можно было заказывать вообще, это пиздец. Какой задонатил? У меня там 90 миллионов стоит минималка. Ты не можешь мне задонатить, я специально так сделал, не ври. Ку-ку-ку-ку. Это я. Ку-ку. Надеюсь, тут никто не нападет на меня. Ой, блядь. Я чуть не обосрался сейчас. Думал, это на меня вышли с камнем, с палкой. Звездочка. Школьники, да, я понял. Здравствуйте, как у вас красиво тут. Прям зелено все, вообще супер. Спасибо, брат, спасибо. Хорошего стрима. Спасибо, брат, тебе тоже хорошего дня. У меня близорукость, да, -3.7. Я не знаю, где мы находимся, потому что где-то тут дом. Люмина АВП. А, АПВ, извиняюсь. Люмина. Прикольное название какое. Так, и где мы? Потому что у меня GPS кидает на другую улицу. Что тут уже GPS не работает? А, вот приехали. Зачем минималку? Да зачем? Да ничего мне не приятно. Мне приятно, что ты на стриме находишься. Успокойтесь. Что ж вы такие неугомонные со своими донатами? Господи, ужас. А ты со всеми пытаешься общаться? Ну, как видишь. О, это я к ним приехал. Сейчас извиняюсь. Наверное. Девочки, а я к вам? Да? Я к вам? Добрый денечек. Сейчас, секундочку. Это... Что там у меня? Куснолюба, правильно, да? Все, супер. Приятного аппетита и прекрасного дня. До свидания. Ростове ездите, навигатор через раз работает. Ай, наизусть запомнил уже. Удачи, курю. Спасибо большое. Спасибо огромное. Привет. Не включу донат. Успокойся. Зачильтесь. Что ж вы меня с этими донатами нападаете? Господи, боже мой. Что вы? Вы так хотите прям эти деньги мне закинуть? Да не нужны мне деньги. У меня есть деньги, я сам зарабатываю. Это не реклама Яндекса, к сожалению. Мне Яндекс не платит. В Яндексе где много платят очень. Ну пусть смотрят просто на меня, этого достаточно. Ну, нет, такого не было. Не обманывают. Мне нельзя закинуть, я специально 99 миллионов минималку поставил, забейте. Да я не рекламирую Яндекс, я просто работаю. Нельзя мне никуда скинуть, зачильтесь. Господи, да зачильтесь. Да не надо меня кормить, у меня все хорошо. Да я беру и так, я работаю, нормально все. Да не надо мне никуда вкладываться. Успокойтесь. Я сам все заработаю, сам всего добьюсь. Пацаны, успокойтесь. Пешим 89 километров, да ты с ума сойдешь. Хомяки, хамстер комбат. Это а-ля ноткоины, да. Да не займу я бабок, отстань. Да никого дурить не решил. Какие? Обычно 99 миллионов. Какой подлый ступок? Что? Ой. Жесть. Нет, нельзя меня на улице догнать. Успокойтесь. Это пиздец. Это какой-то пиздец, Карлы. Успокойтесь. В ТГ. Марк? А, поехали так лучше, наверное. Не задонатит. Угомонитесь, все. Все, парни, успокойтесь, правда. Кого я наебываю? Да не побрился бы, отстаньте от меня. О, спасибо, братик, спасибо. Хорошего дня, дорогой. Какой бубакоин? Что за бред? Я в Ростове живу. Не надо мне заносить деньги. Я буду все равно перепираться в любом случае.
найдет, это невозможно. Ничего не использую. Я ноткоином только, ой, только телеграммом пользуюсь. Заработаю, добьюсь. Мне валюта не нужна. Она благодарная работа по факту. Какому Дереку, господи? Банана Кэт на телеке, на... Это Банана Кэт. Какую рекламу Казика, господи, что происходит? Да что подло, отстаньте от меня. Похож, да? А, вы про свое. Боже, как чат летит. С каких пор так чат летит, жесть. Поворотник на велике есть. Чаевые клиентов, они автоматом приходят, да. Каким допингом я кофе пью? Аминака Монстр, привет. Район зоопарка, да. Не надо меня в городе встречать. Никуда не надо заносить. Какой, блядь, Дерек? Да никуда нельзя задонатить, зачильтесь. Боже, сколько сообщений, трэш какой-то. Да никак не переписать, отстаньте, отстаньте. Отстаньте, да 3 30 секунд ты. Да ничего я не забираю, отстань от меня. На 60 километров. Какой украинец? Нет. Это... Бля, пиздец. Да откуда столько сообщений? Жесть. Пацаны, да остановитесь. О-о-о-о. Фух. Сколько сообщений, жесть. Да я уже с ума сошел. Да под каким допингом? Под кофе я, отстаньте от меня.